Вот сейчас в моде многосерийные фильмы, телевизионные или просто кинофильмы. Вот песенное творчество в этом смысле отстает, песня и все. А нужно писать, значит, теперь вот в ногу, чтобы со временем идти, песни с продолжением, многосерийные песни. Вот я начал такой опыт. Значит, песня называется «Честь шахматной короны». Или, значит, в двух сериях она. Первая серия называется «Как это все случилось» и «Подготовка». Я кричал: «Вы что там, обалдели? Уронили шахматный престиж?» А мне сказали в нашем спортотделе: «Вот прекрасно, ты их защитишь. Но учти, что Фишер очень ярок. Он даже спит с доскою, сила в нем. Он играет чисто, без помарок. Ну ничего, я тоже не подарок. У меня в запасе ход конем. Ох, вы мускулы стальные, пальцы цепкие мои, эх, резные расписные деревянные ладьи. Друг мой футболист учил, не бойся, он к таким партнерам не привык. За тылы и центр не беспокойся, а играй по краю напрямик. Я налег на бег на 100-метровки, в бане вес согнал, отлично сплю. Были по хоккею тренировки. В общем, после этой подготовки я его без мата задавлю. Ох, вы сильные ладони, мышцы крепкие спины. Эх, вы кони мои, кони, ах, вы милые слоны. Не спеши, главное, не горбись. Так боксер беседовал со мной. В ближний бой не лезь, работай в корпус. Помни, что коронный твой прямой. Честь короны шахматной на карте. Он от поражения не уйдет. Мы сыграли сталим 10 партий. В преферанс в очко и на бильярде. Таль сказал, такой не подведет. Ох, рельеф мускулатуры, мышцы сильные спины. Эх, вы легкие фигуры, ах, вы кони да слоны. И в буфете для других закрытом повар успокоил: не робей. Да с таким прекрасным аппетитом ты проглотишь всех его коней. Так что вот, бери с собой шампуры. Главное питание, старик. Но не ешь тяжелые фигуры. Для желудка те фигуры дуры. Вот слоны годятся на шашлык. Ох, мы крепкие орешки. Эх, корону привезем. Спать ложимся вроде пешки. Просыпаемся ферзем.